Мел положить, стилус взять. В 11-м многопрофильном лицее появилось новое цифровое оборудование. Две интерактивные панели и 30 ноутбуков. Ученики и педагоги плюсы оценили. Уроки стали более наглядны. Видим перед собой панель управления, создаем доску. Только чертим на доске уже не мелом. Аккуратно прикасаемся к сенсору. Новинку испытывают уже на первом уроке. Задание для 8 класса. Создать памятку вредоносных ПО. Через 10 минут. Результат на доске. Очень легко работать. Ты сразу осваиваешься как-то. И, не надо переучиваться. Теперь привычный школьный урок становится интерактивным. На цифровую панель выводятся данные, скачанные секунды ранее. В арсенале учеников фотографии из интернета, графики, даже смайлы вместо оценки по-современному. Чудо технической мысли подходит для любой дисциплины. Если вы ведете урок математики, то использование данной доски, приложения таких как MEVS, позволяет сделать урок наглядным. Это изображение графиков. Если вы ведете урок информатики, то, например, использование такой интерактивной доски при групповой работе покажет, как ребята могут более интересно подойти к данному материалу. В этом классе скрипучий бег мела по доске уже не услышать. Век нынешний романтику выносит за скобки. Важно знания оставлять себе. Памяти, в том числе оперативной, хватит на всех, кто голоден до науки. Павел Игнатьев, Дамир Губиев. Вести. Ульяновск.